несправедливость, так говорил один старик. И перед ним, взглянув пытливо, Господень ангел вдруг возник. Молил ты Господа, сказал он, открыть тебе его дела. Зачем одни живут в печали, другие же не знают зла? И вот повел посланник Бога его далеко за село. Там был источник у дороги и дерево с большим дуплом. Сиди, мой друг, в дупле, покуда я не вернусь, и наблюдай. Сюда приходит много люда, ты лишь себя не выдавай. И ангел словно растворился, старик залез в дупло и ждал. Вдруг видит он, остановился богатый путник на привал. Сел на ковер, порезал сало, достал набитый кошелек. И долго золото считал он, жуя просаленный кусок. Когда богач, напившись чаю, собрал оставшийся паёк, то не заметил, как случайно он обронил свой кошелек. Старик в дупле сидит и видит, ушел богач, пришел другой. Одежда скромная по виду, в котомке хлебушек с водой. Платочек расстелил на травке, водичкой хлебушек запил. Увидев кошелек, так рад был, что даже шел, куда забыл. Домой отправился довольный, старик же все в дупле сидит. Глядит, идет дорогой дольней, бедняк в лохмотьях жалкий вид. Но не успел еще бедняга омыть в источнике чело. Вернулся тут богач и нагло стал требовать свой кошелек. И, находясь в порыве злости, его безжалостно он бил. Упал бедняк на камень острый и тихо дух свой испустил. Но не найдя своей пропажи, богач бежал и был таков. Старик в дупле заплакал даже, как вдруг явился ангел вновь. Спросил его: «Ну что ты видел?» «Несправедливость лишь одну, невыносимо, ангел, видеть мне безнаказанную вину. Теперь, старик, меня послушай», — сказал он свой рассказ начав. «Нашедший кошелек был лучшим когда-то другом богача, но тот богач был слишком жадным, он хитрым и коварным был. И вот при помощи обмана он друга напрочь разорил. А тот бедняк и сам когда-то ограбил брата и убил. Но все покаявшись раздал он, и смерть такую же просил. И внял Господь его молитвам, дал мученический венец. И тут старик в слезах воскликнул: «Небесный справедлив».